Новый год совсем близко, а это значит, пора радовать себя и своих близких. Радио VBC запустило новогоднюю акцию, которая уже набирает обороты – курьерскую службу Деда Мороза. До 20 декабря команда радиостанции открыла прием заявок. Любой желающий может попросить доброго волшебника приехать и поздравить родных и близких лично, а также в прямом эфире радио VBC. Радиостанция выбирает лучшую заявку и отправляет к счастливчику Деда Мороза на брендированном авто генерального спонсора акции – сети магазинов «Белорусочка». Дед Мороз прислал мне елку, белорусской колбасы мешок. И блестят у Ольги глазки. Славный праздник Новый год! Радио VBC дарит подарки от партнера акции, крупнейшего провайдера связи Ростелеком и генерального спонсора сети магазинов «Белорусочка» натуральную продукцию производства Республики Беларусь. Заявки курьерская служба Деда Мороза принимает ежедневно. Достаточно просто отправить письмо по адресу info@radiovbc.ru и на студийный WhatsApp 8-994-011-1010. И, возможно, добрый волшебник с огромным мешком подарков приедет именно к вам.